Блин, реально офигенная канистра. Крепление специфическое под нее, ну, интересно. Такое неординарное решение для крепления канистры. Всем привет. Как вы поняли, сегодня мы поговорим с вами о экспедиционной канистре. Именно о одной экспедиционной канистре, которую бы я хотел выделить из вот этой вот массы канистр, которая на рынке существует. Как вы поняли, их огромнейшее количество. И к нам они попали все на, скажем так, на тест. Да? Мы вот видите, с этого огромного количества канистр, которые у меня сейчас находятся в багажнике, их все протестируем. Мы вам в будущих видео, ну, в наших последующих видео покажем, расскажем про каждую из них и так далее. Но сейчас бы я хотел выделить вот эту. Видите, такая обычная, казалось бы, канистра обычной формы. Но она у нас идет на 11,3 литра и вот с таким вот необычным креплением. Как вы видите, оно нестандартное для наших привычных канистр, которые мы многие там использовали или пользуемся ими. Вот вы видите, обычная канистра, которая используется для воды у нас. Да. В этой канистре реализовано вот такое вот треугольное крепление. Да. И вот оно само, как оно выглядит, сейчас я вам покажу. Обычное металлическое крепление с потайными болтами, чтобы вас никто его никогда там не открутил и не смог снять. Вы его прикручиваете, придумаете крепление. Есть, в принципе, стандартное крепление, которое вешается на запасное заднее ваше колесо, на которое вы можете повесить это крепление, а дальше уже просто прикрепить саму канистру. Давайте немножко вернемся к канистре. С креплением мы поняли. Чем меня удивило, да, вот эта канистра, там, в отличие от всех остальных, поскольку на рынке их очень много, это материал, с которого оно сделано. Вот если вы видите, не знаю, там видео передаст вам, он идет такой шершаво-матовый немножко вот. Да, как бы большой роли оно там не играет вам в оффроуде и так далее. Но я надеюсь, что вот из этого материала, которым оно покрытое, оно будет, ну, не знаю, может быть, меньше царапаться или меньше пачкаться. Это время покажет, мы это все с вами дальше увидим и так далее. Да, но, как и во всех канистрах, хотел рассказать, что само фиксация крышки вот тут очень правильно сделана. Во многих там экспедиционных канистрах там, вот оно, видите, вы убираете штопор, и только тогда вы откручиваете само крышку заливной горловины. Здесь также имеется носик, вот как и у многих с резиновым, через который вы его вставляете, убираете эту крышечку, закручиваете и спокойно ей пользуетесь, заливаете. Да, вот видите, обычная хорошая канистра, которая, не знаю, многим джиперам и многим любителям там внедорожных путешествий пригодится. И всегда, ну вот мое мнение, у каждого из владельцев внедорожника должна быть в автомобиле хотя бы одна канистра. Ну вот посмотрите, как на мои рабочие, которыми я катаюсь, старые, это у меня всегда есть десятка для топлива, которую я использую, двадцатка для воды технической, которую я заливаю, чтобы у вас обязательно с собой была техническая вода, если вам придется где-то что-то там ремонтировать в автомобиле, или вы вымазались и там до ужаса, то вам хотя бы как-то можно было бы отмыться, то у меня вот такая вот канистра, на ней переходной носик, и вы моете себе спокойно руки или там какие-то ваши запчасти и так далее. Поэтому эта канистра может использоваться для любых целей. Вы видите, она идет у нас газолин. Это означает о том, что вы сюда можете заливать любой вид топлива, как бензин, так и солярку, да. Ну, это не означает, что вы не можете использовать в этой канистре никаких там воду или еще, ну, что вы пожелаете себе там перевозить. Поэтому очень интересная канистрочка, видите, с таким вот креплением необычным, как бы. Ну, и качество меня немножко так удивило, что если мы берем остальные там китайские канистры, которые существуют на нашем украинском рынке, то качество ее сделано, ну, на очень высоком уровне. Ну, реально шикарно. Все залито, все. Ну, можем сравнить ее там, допустим, с экспедиционной, да, которую я там использую уже очень-очень много лет. Сейчас мы откроем нашу экспедиционную канистрочку и сравним хотя бы. Которая фиксация крышки точно такая же. Правда, моя настолько уже грязная. Ну, все то же самое. Все точно так же. Поэтому молодцы. Поляки, которые производят эту канистру. Качество очень хорошее. Поэтому рекомендую, если хотели бы себе иметь какую-то канистру в своем автомобиле, обратите внимание именно вот
на такую вот интересную канистру, которая появилась недавно на рынке Украины, ну и Польши и так далее. Поскольку вы как знаете, мы в наших тестах показываем только новинки, которые выходят на украинский рынок или только появляются там на мировом рынке и так далее. Мы пытаемся этими тестами и этими обзорами показать вам, что вышло новое. Поскольку вот канистр у нас очень много, мы про каждую потом в дальнейшем вам расскажем. Хотел бы сейчас обратить внимание именно на эти канистры. Поэтому, если хотите приобрести себе такую канистру, заходите в интернет-магазин Бездор 4х4, и вам с радостью ребята продадут такую канистру. Поэтому обратите на них внимание. Вот они такие интересные, вот с такими креплениями. Вот. Давайте попробуем их закрепить и посмотрим, как оно будет выглядеть самим креплением. Такой вот длинный болт идет в комплекте с креплением. Ну, понятно, для того, чтобы хорошо его прижать, зафиксировать саму канистру. Сейчас. Можно с этой стороны. Можно наоборот с другой стороны. Выбирайте так, как вам удобнее, где у вас будет. Ну, почему я с этой сразу же вставил? Поскольку вам будет удобнее это крепление прикрепить к вашему запасному колесу. Вы видите, у вас здесь выходы болтов, вы его зажали, прикрепили, а потом уже зафиксировали, зажали саму канистру. Вот. Поэтому вот такая вот интересная канистра. Если вы хотите быть в курсе всех новинок, которые появляются в мире оффроуда, и хотите первыми про них узнать и услышать, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш Инстаграм, на страничку нашего Фейсбуке, и вы первыми будете узнавать о всех новинках, которые появляются в мире оффроуда. И мы с радостью к вам это донесем.